всем привет! Сегодня приготовим настоящий шашлык. Шашлык у нас свиной и куриный будет. Вот таких два лука я приготовила, это для 1,5 килограмма мяса свининки. 2-3 лаврового листочка. Из специй я возьму черный молотый перец. Вот такой вот обычный черный молотый перец. Можете свежий выжатый, какой есть. Столовую ложечку неполную соли, без горки. И, конечно же, 100-120 грамм масла растительного. Итак, мясо я вот такими кусочками порезала, как видите. Я еще не дорезала, покажу. Вот так. Средние кусочки, небольшие и не маленькие. Вот так. Оно у нас прожарится хорошо, быстренько, так, чтобы шашлык 10 минут жарился у нас. Все. И режем дальше. Вот такие кусочки. Где чуть-чуть больше, где чуть-чуть меньше. Ради бога, это шашлык. Лучок нарезаем. Нарежем тоненько, чтобы нам было удобно выжать с него сок. И так весь лучок. Все, лучок порезали. Все подготовили. Мясо перекладываем в глубокую посуду, чтобы удобно было перемешивать его. Отправляем лавровый листочек и столовую ложку соли без горочки. Вот как видите, на 1,5 килограмма столовая ложка, это нормально. И полную чайную ложечку черного молотого перчика. Можете свои специи любимые добавить. Это шашлык. Готовите его так, как вам хочется. И все. Например, все специи, какие есть, положить. Я же все-таки предпочитаю черный молотый перчик, лук, лавровый листочек. Выжимаем сок, выдавливаем руками. И теперь отправляем маслечко. И перемешиваем. Закроем его пленочкой или тарелкой. И оставим его мариноваться хотя бы часик. Ну, это самое мало. Час, полтора, два, это будет нормально. Ну, а мы примерно часа через два пойдем жарить его в лес наш. Все замариновали, накрываем и оставляем его на пару часов. Естественно, переложим его в специальную такую пластиковую посуду. То, что мы, потому что идем на природу. Вот так, все, готов шашлык. Теперь ждем, пока он замаринуется. Все, достаточно. Теперь замаринуем второй шашлык, куриный. Это у меня для детишек. Взяла вот такие три грудки большие, тут больше, чем килограмм. Одну луковицу большую достаточно, пол лимончика небольшого. Чайную ложечку соли достаточно будет. Сразу же высыпаю его в чашку или в блюдо глубокую. Добавляю 2-3 ложки сметанки. Это Анна мне дала рецепт. Анна Шанкар, спасибо вам. И за специи тоже. Выжимаем сок лимонный. Вот так, пару ложек хотя бы, чтобы было. Изымаем, естественно, семечки. Вот, как видите, выжали весь сок. Отправляем тоже туда же и цедру. Будет у нас аромат такой. Отправляем сок. И теперь уже отправим специи. Специи у меня тандури чикен масала. Индийские специи. Специально для курицы. Можете любую специю для курицы взять. Вот и все, никаких проблем. Или же красный молотый сладкий перец. Вот и все. Отправляем столовую ложку полную. По рецепту идут 3 ложки. Я же все-таки кладу 1 столовую ложку. Вот так, больше ничего не кладу. Все, порежем лучок, мясо. Филе вот это малое я вот так отрежу. На шампур можно его вдвое сложить и одевать на шампурчик. Вот так, чтобы не висело. Вот и все. И, конечно же, большое филе перережем на 3-4 части вот так вот, вот такие кусочки. Все, и так все филе порежем. Тоже так же отрезаем филе малое. Вот такие кусочки. Теперь порежем лучок тоненько, так, чтобы тоже было удобно выжимать сок. Вот так. Теперь берем лучок и тоже так же выжимаем сок. Как и свиной шашлык мариновали, скажем. Нажимаем сильно и аккуратно. Вот и все, перемешали все аккуратненько. Тоже так же закроем сейчас пленкой, вернее соберем сразу в контейнер удобный, чтобы идти на природу. Потом я буду, естественно, с лука вычищать его и одевать на шампур, это для того, чтобы лук не горел. Все, перекладываем в контейнер. Закрываем и оставляем мариноваться хотя бы часик.
отлично будет, когда пару часов, 2-3 часа шашлык, чтобы они на молоте. Ну, я думаю, достаточно час-два. Итак, оставляем стороночку, через пару часов увидимся на природе. Итак, прошло уже 2 часа. Порезала я лучок для того, чтобы замариновать к шашлыку. Порезала кольцами. Вы можете так, как вам удобно порезать. Отправляю в чашку, добавляю 5 ложек уксуса, 5 ложек водички, щепоточку соли. И весь маринад готов. Это водичка. 5 ложечек отправили. И 9% столовый уксус. Можете свой любимый уксус добавить, яблочный. Но я пробовала. Все равно уксус столовый очень идет с луком мариновать. Вот так. Можете свой любимый уксус добавить. Яблочный, винный. Все, замариновали. Отправляем в контейнер его. Лучок шашлыку готов. Ну что ж, идемте на природу. Сок тоже не забываем, выливаем. Мы его будем брызгать на мяско. Все отлично. Ну, идемте на природу. Всем привет, мы на природе. Вот вышли, сейчас будем жарить наш шашлычок. Вынимаем с лука. Очищаем и на шампуры одеваем. Все. Шампуры сейчас будем одевать. Снимаем лучок. Вот так снимаем лучок, чтобы не горело. Висит. Так, на шампунь нанизли, вот как видите, вот так вот хорошие кусочки. И кладем. Так, итак, куриное мясо. Вот так надеваем на шампунь. Снимаем на шампунь. Вот так вот. Тут не горело еще. Пчелы. Загорает уже. Ну, вот так вот я очистила шашлычок от лука. Тогда он не горит, ничего. И будем жарить наш шашлычок. Вот так. Сегодня шашлык у нас жарится, Игорь. Обычно Галя. Да, ну а сегодня у нас на Галиной кухне Игорь замещает меня сегодня. Рецепт твой. Да. Это детский наш шашлычок куриный. О, хорошо. Шипит аж. Теперь шашлык каждые 2 минутки переворачиваем, то есть перекручиваем шампур. Примерно 8-10 минут шашлык будет готов. Вот это надо перекрутить вот так вот. Вот, все. Шашлычок жарится. Почти готов. Еще 2 минутки. И будет 10 минут. По 10 минут шашлычок жарится. Вот и все. Вот так. Красота. Буквально 2 минутки снимаем его. Я сниму, наверное. Красота. Ну, это детка. По чуть-чуть им лаж падает, надо на поднос. Тима, горячий, Тима, горячий, Тимур. Держи вот так. Держи. Он правда классный. Вот какой получился шашлык. Вообще сочный, нежный вообще. Как сюда шашлык? Бомба. Бомба? Вов, как шашлык? Бомба! Да, хлебом дай. Ну что ж, пожарим свининку. Крутим каждые 2-3 минутки. Тогда он прожарится равномерно и быстро. Итак, тоже жарим 10 минут. Вот и все, жар хороший. Вот такой жар есть у нас, горит хорошо, отлично. Это у нас свининка жарит. Так, крутим, перекручиваем. Итак, шашлычок
уже отличный, как видите. Еще буквально 2 минутки и будет готово. Ну что, готово? Давай, фотка мне вот так. Ну что ж, рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании у нас есть ссылочка на семейный канал. Заходите, подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за пожелания. Шашлык очень нежный, вкусный, прожаренный. Ну, прямо супер. Медиум прожарка. Обалденно, да? Нежный, мягкий шашлычок получился. Он сок течет сам. Галина кухня. Во-первых, я хотела бы выразить благодарность Галочке за предоставленную возможность рассказать о моем канале. Спасибо тебе, родная. Наш канал для женщин. Здесь вы найдете простые и несложные приготовления рецепты, немного окунемся в мир красоты и здоровья, а также затронем тему народной медицины. Вы сможете узнать, как можно легко похудеть. Всем спасибо за внимание. Приходите в гости, буду очень рада вам. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.